Всем привет, с вами Чибиси, и сегодня мы поиграем в игру Fovall Damage. Это игра от разработчиков Пеглина, прикиньте, нашего любимого Пеглина, в которого мы так любим играть. Игра, это демо-версия, короче, естественно, потому что я нашел очень хороший способ проходить игры на стримах, просто включаешь демки. Тем более сейчас фестиваль демок идет. Демок полно вообще. Сейчас увидите, про что игра. Я не играл еще, но я описание читал. Там смешно. Вот. Это не зернышко. И даже не чибисик вверх ногами. Это яйцо. Мы играем, блин, за яйцо. Которое разбивается от прыжка. Слушайте, а секретка? Помогите, почему она такая смешная, эта игра? Еще с такими звуками. Короче, главная задача в игре не разбить яйцо. И что это такое? Ё-моё. Это, короче, в какой-то степени головоломка. А что эти ящики делают? А что мне это перо дало? Типа я выше стал прыгать или что? Непонятно. Еще перо. А смысл? Я понял. Хаю Чибиси, привет, Данчрик. Самое сложное в работе Чибиси это научиться произносить ники своих зрителей. Коробочка. Вот это у нас тут восхождение. Ага, сюда. Тут что-то интересное. Ой. Подождите, а если мы туда поедем? А, туда тоже можно? Название видео буквально кота и яички. Ну, типа. Привет, Джой. Рад тебя видеть на этом стриме. Для тех, кто подошел, это игра от создателей Пеглина. Они решили упороться прям совсем. Я давно тебя смотрел, спасибо за контент. Спасибо за просмотр, мне также приятно, как и вам. Да нет, да в смысле? Да ты чё? Ну я же... Вот так, ой. Нет, мне прям интересно, что там находится. А я таймер, кстати, не поставил. Ну, мне, наверное, и не надо, потому что игра, я думаю, короткая. Это знаете, как видос надо назвать? Разбиваю яичко 24 часа. А знаете, откуда это взято? Вот эта фигня с перышком.
Я вам отвечаю. Это из End is Nigh. Кто помнит такую игру? Ее Мукмиллен делал. Там надо было эти туморы собирать. И типа они считались собранными только... Они считались собранными только тогда, когда ты с ними... До следующего уровня доходил. Ой. А как же Time в Кук? Там такого не было, по-моему. Ой. Ой. Подожди, а как? Ё-моё. Вот это они тут, конечно, накручивают приколдесы. Кстати, я уверен на 1000%. Ой. Так, погоди-ка. Я понял. Слушайте. Вот так. Короче, я уверен, в эту игру из ютуберов никто не поиграет. Вот я вам отвечаю. Так, теперь надо вот так сделать. Ага, и теперь вот так. Непон. Пон. Да ну блин. Да в смысле? Я туда должен допрыгнуть? А, я прокатиться должен. Кек. А тут что сложного? Просто вовремя... Просто в тайминги попасть? Блин, ну и ичко смешное. Смешное очень. Это что такое? Ух ты ж. А, ну тут понятно тоже. Ну вообще игра как... А, не, подожди. Подожди. Так. Ой. Хотел сказать, игра какая-то легкая, но... подожди, так. Я, кажется, понял. Стоп, рестарт. Куда? Блин, как бы... Как это провернуть? Так, спокойно. Так, вот так надо. Ага. Ну вот так. Ага. Вон. Хорошо. Это опускается? Это какие-то другие коробочки. Это... Такие звуки! Плюх! Ага, я понял. Я понял, просто взял, провалился в дыру. Вот тут накрутили. Нам сюда. Ага, теперь нам сюда. И чё? Я не понял. Вообще, знаете, мне... По графике это немножко напоминает Чибиси Пати 0. Ура, мы появились в каком-то непонятном месте. Там какая-то тусовка. Это что ли этот?
Бакшот рулет. Кстати, там мультиплеер должен выйти. Это было бы очень весело. Но я снимать бакшот рулет не буду. Без объяснений. Так, сейчас. Что? Что с лицом? Сейчас упадет, чекайте. Нет, не упал. Посмотрите на это яйцо, ну почему оно такое смешное? Так. Чип, когда виртуальные обнимашки? Какие еще виртуальные обнимашки? Чё ты такое удумал? А мне вот интересно, а как? Никак, наверное. Но это же не для красоты. Нет, там что-то есть. Может, надо в дырочку упасть? Не помнит? Это, типа, отсылка была к этому? К Лето Инферно? Не, по... Тишина, кстати, такая. Чё-то я... Это типа как мы познакомились, ё-моё. Да давай поаккуратнее тут. Уверен, в какой-нибудь комнате будет секретка в яме. Нужно проверить все ямы. Ну, тут одна яма. А, кек. А мы все, мы уже не вернемся. Это странно. Может быть, будет сейчас какая-то фигня типа Jump King'а? Ого, тут надо выкрутасы делать. Я не знаю, мне очень вот подозрительно вот эта штука. Вот эта дыра вверху, но... Наверное, я ничего с этим не могу сделать. Да, наверное, это просто антураж. Во, я только хотел сказать, а будет битва с боссом? Ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду. Да, а почему? Почему? А, вот так надо? Ё-моё. И? Ага, все понял. Ичка, беги! Я успел. Так. Тут придется сейчас еще такой прыжок мутить. Не такой. Нет, ну не такой тоже. Подожди. Там сейчас увидите, что за прыжок надо будет мутить. Вот такой. Блин. Нет, тоже неправильно, блин. Ща. А! Ага. Ага. Ой. Понял. Ага. Так. Да блин. Да блин. Сложно. Подождите. Мне надо сориентироваться. Ага. Вот сюда. Потом сюда, потом сюда, 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 ё-моё. Ну, мне нравится, я просто только появляюсь на старте, меня уже убили. Что-то мне это напоминает. Блин, тут что-то более сложное. Ага. Нет! Но мы обязаны все перышки собрать, потому что раз уж мы начали их собирать, то надо собрать все. Ой, знаете, что мне еще напоминает эта игра? Ну, вообще, как бы не очень похоже, но вот какой-то вайб есть.
А помните, мы про улитку играли какую-то дебильную игру? Короче, вот это мне напоминает дебильную игру про улитку. Мы, кстати, так в нее не доиграли. Мы так в нее не доиграли. Ну, может, как-нибудь доиграем. Да, ё-моё, тупое яйцо, ты можешь не разбиваться хотя бы 5 секунд? А как же твоя не игра? Какая моя не игра? Ага. Во-во-во, Чибиси пошел овнить. Нет! Уф. Весьма похоже, ахаха. Да, в смысле, какая? How to play this game? Или какая? Или это пропи-прапи. Так, что-то я не понял, как тут проходить. А, ну я понял. Вроде понял. Надо сюда, потом сюда. Потом спускаемся. Спустился! Угу. Да что такое? Ну кто это придумал, блин? О, ну вот это вообще тема из Чибиси Пати 0. Мы выбрались в реальный мир! Ура! Фовел дэмэдж! Мы прошли за 16 минут. 7 перьев мы собрали, что? Я буквально сейчас немножечко про... Да ладно, в смысле, наверняка тут какой-то секрет был. Да я уверен, тут какой-то секрет есть. Нет? Ну вроде нет, вроде оно туда никак не идет. Слушайте, а вот эти зелененькие... Я уже сейчас в конспирологию какую-то ударяюсь, но вот эти зелененькие полосочки типа означают, что мы, допустим, выполнили ачивку пройти игру, а тут еще 5 ачивок каких-то секретных? Z, кстати. Ну я сейчас просто на наличие невидимых стен проверяю. Ну, это странно. А я могу в воздухе, кстати, прыгать? Нет, не могу. Так... Вот реально, мне это, блин, напоминает секретки в этом... Вот в этой игре про улитку. Такие же беспощадные. Смотрите, вот эти ящики, они не просто так же, да? Они же не просто так. В стены, может, потыкаться надо. Так, стоп. А почему эта лампочка загорелась?
Блин, а тут же и назад ты уже не вернешься. Я не знаю, честно. Я что-то ни одной секретки не нашел. Мне нравится, что яичко такое маленькое, оно прыгает со звуком. Это странно. Нифига он там летел. Я не знаю. А чё так страшно? Короче, это была Fall Damage. У нас вот такой какой-то короткий видос получился на 20 минут всего лишь. Ну ладно, демка же. Тем более, как говорится, чем короче видос, тем больше среднее время просмотра. Ой. Ну, если вам понравилось, то поставьте лайк, также не забудьте подписаться на канал. Я не знаю, может быть, когда выйдет полная версия, мы поиграем. Возможно, а может быть и нет. Ничего не могу сказать. В любом случае, с вами был ChibiCPlay, всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока!